За 3-4 минуты до конца обидно пропускать голы, но и начали охранять счет, чуть прижались к своим воротам, но и соперник сразу за это наказал. А так, в принципе, неплохо играли сегодня, неплохо действовали, знали, в каких зонах прессинговать соперника, поэтому как бы ребята многое задуманного выполняли, поэтому они молодцы. И этой победой, в принципе, хотелось бы, во-первых, извиниться перед нашими болельщиками, потому что дома проиграли 3 игры, во-первых. Во-вторых, извиниться перед руководством, которое перед нами делает все максимально возможное, что у них в их силах. Но на самом деле это не как в оправдании, а как факт, что нам тяжело, пока мы строимся, пока мы притираемся друг к другу. И, в принципе, ребята, которые вышли из второй лиги, только сейчас нюхают порох, вот это ФНЛ, поэтому для них кто-то сделал первые шаги, кто-то, пускай в пенальти, но забил первые свои голы в ФНЛ, поэтому потихонечку мы все равно движемся вперед. Ну, я думаю, что это все-таки психологически, что это по счету, что в первом тайме, да, я с вами согласен, что, наверное, мы лучше выглядели. Во втором, я думаю, что все-таки это психология, вот это именно психология, когда начали охранять победный счет. Выбирали как-то пенальтистов перед матчем? Предполагали, что может быть такое развитие событий? Нет, это непосредственно было после финального свистка. Спросил, кто уверен, те и били. И, в принципе, никто не разочаровал. И Юра Нестеренко выручил, поэтому все молодцы.